ОЖД. Октябрьская железная дорога. Это старейшая магистраль России. Один из крупнейших филиалов ОАО РЖД – региональный центр корпоративного управления. Линии ОЖД пролегают по территории 11 регионов России. Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Мурманской, Тверской, Московской, Ярославской областей, городов Москва и Санкт-Петербург и Республики Карелия. Магистраль обслуживает территорию с населением более 25 миллионов человек. Октябрьская дорога имеет 8 пограничных переходов, из которых 4 на границе с Финляндией и по 2 с Эстонией и Латвией. Эксплуатационная длина ОЖД чуть более 10 тысяч километров, а численность сотрудников магистрали достигает почти 70 тысяч человек. По Октябрьской дороге проходят важнейшие для транзитных перевозок транспортные коридоры – Север-Юг и Европа-Азия, имеющие международный статус.